ребята, как вы хорошо смотритесь. Добрый вечер, дорогие телезрители. Остров Бурнов. Мы уже здесь две ночи ночевали. Вот сейчас дождь начался, мы сейчас до 3 часов будет дождь, а потом прекратится, до 9 не будет вечера. И начнется только с 9 вечера, тоже до 4 утра, если выпадет 9 миллиметров осадков. Вот. Очень хорошо сейчас запускалось. Скользко. Наш такой вот большой привал. Здесь вот уже тропа такая прям протоптана. Стул сидит. Стул для медитации. Для воскуривания. И вот там вот у нас такой там. Чак. Вова сидит, смотрит в навигаторе, куда нам ехать дальше. Это его палаточка, но он ночевал 2 ночи в лодке. Первую ночь он лодку ставил, прям по воде моталась, а вторую лодку уже... Ты эту ночь, Вов, ночевал, у тебя была лодка уже на берегу стояла, да? А та у тебя мотала во все стороны, наверное, тебе спать мешала. Нет, наоборот, успокаивала, да? А я думала, что дернется за якорь, а ты думаешь, вдруг тебя в открытое море унесло. Уж я как-то спала ночью на лодке, мы уснули на рассвете, и казалось, и нас реально унесло в это, в открытое, в воду в открытую. Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. Мы ведем наш репортаж с острова имени Медведей.
Имени свиней тогда уж говори. Да, такие бурые свиньи такие. Да вот не бурые, вот совершенно вот человекообразные есть люди, такие. Которые еще свиньи пока. Ну, вот хрюхи черные. Если состояние вы, свиней. Если вы, дорогие интернет-зрители, смотрели фильм «Дневники мотоциклиста» про жизнь молодого Эрнеста Че Гевары, там были вот такие черные свиньи, бегали по джунглям, такие веслоухие. Угу. Вот да. Остров имени таких свиней. Веслоухие от того, что у них ну там были настоящие свиньи, а к сожалению есть... А тут совсем есть... настоящие свиньи. Тут свинюшнее некуда просто. Здесь поэтому... мы змеи, вот Вова двух змей громадных. Одну большую видел, два пальца. Вот. Рыбу поймали вчера, значит, одну несколько часов. Маленькую. Это ловили рыбу с лодки с двумя спиннингами. Богатый улов. Маленький такой окунёк. Вот. Да. Но это не важно, хотя бы хоть что-то поймали. Ну, наш репортаж можно отправить напрямую, да. Сейчас отправим напрямую репортаж, будет все. А, ну давай. Хорошо. Угу. Вот там у нас лодочка, сейчас мы пойдем к другому берегу. Там был пролив, а сейчас мы идем в бухту. Вот здесь в бухте нету волн. А это, если выйти, то вот мы почему сидим сейчас еще на острове, хотя собирались уже переезжать в другое место. Потому что там волны с бурунами. Ой, посмотрите, я не знаю, видно, вот там белое вдали. Вот это наши вещи, выложенные из лодки здесь частично. Сама лодка, вон спиннинг. Вот здесь вот такой берег. Ну, тоже скалистый частично. И частично. Вот. Мне удивляет, что вот этот скалистый берег не совершенно не скользит. То есть нету моллюсков никаких. Почему? Вот сейчас вода есть и не скользит? Ну, это не вода, это дождь. Ну, дождь, да. Если сюда придет озеро, то он будет скользить. Ну, да, то есть... Вот. А вон там открытое озеро Ладога. Мы на озере Ладоге сейчас. Это 2015 год. Происходит, да? Сегодня как 22 июля. Да, теперь вот мы тут вот засели. Но нам все равно нужно определиться, куда у нас кораблик следующая точка. У нас здесь был катамаран с пятью человеками. Вот это самое, капитан там Саша. Люди такой. Рассыпались подобно гороху из банки. Пойдем поддернем. И они уехали. Но мы вот можем позвонить им, узнать, где они находятся, и поехать за ними. Потому что там Александр, капитан, он очень хорошо знает эти места. Вот. Сейчас, значит, Вова думает, что вдруг волна будет. Ты думаешь, что в бухте здесь тоже может быть большая волна, Вов? Ну, на всякий случай. На всякий случай решили вот лодку повыше поднять. Вот так вот Вова спит в лодке. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. То есть иногда он ставит на якорь и прям по воде лодку мотает. За что взяться, говорит, там под центром. Опять дождик пошел. Угу. Сейчас я отойду. Такая классная лодочка, слушай, как мне нравится такая лодка. Но все равно она тяжелая, и, конечно, мужчина. Вот Вова один, я уж не знаю, сколько она килограмм, но он ее один стаскивал. С берега далеко шел, там метров, наверное, 70. Вот, когда мы садились в бухте Моторной, мы садились, там, где фестиваль открытия. Вот, Вова сам сносил. И это самое. Так, и дождь пошел опять. Добрый вечер, дорогие телезрители. Ну, я предлагаю... Мне очень понравилось с томатным соусом. Угу. Вот, поэтому... Открываем рыбу. Да. Скарп наш. Здесь, во-первых, сразу спуск. Этот остров называется, я не знаю, если кто-то еще помнит, как этот остров называется. Кяс-Килинансари. Вот. Кяс-Килинансари. Вот. Я забыл, но я... Ага. Кяс-Килинансари.
И вот здесь вот такой мох какой-то черный, странный. Вот. И здесь вот там есть такое место. Вот видите, тут глубина сразу. У нас даже удочка вот есть. Каждый свой репортаж у нас хочет вести. Кто-то концептуальный, кто-то репортажный. А, соусом нету, да? Есть глунцированный в масле и есть сайра. А сайра тоже в масле? Там мы сейчас завтрак. Мы кофе с молочком сейчас выпили. Сейчас у нас будет завтрак. Еще. Вот такой обрыв. И там вот есть место. Ну, пройду уже туда. Оп. Вот там можно сидеть и бросать удочку. Видите, острова, как в Полинезии. Острова. Боже, как хорошо солнце наконец-то. Вчера мы сюда, когда приплыли, мы плыли целый день. Очень много островов проплыли. Такие острова, вот первый после нашего Брунёва был остров Слитный. Потом всякие Ягодные, Волчья Лапа, Малый, Медвежий. Вот такие названия. И потом пошли всякие такие вот уже финские названия, типа этого. Вот это остров. Вот. Напротив ночью горели огни ярко. Скорее, возможно, там рыбу разводят, да, станция рыбу разводит. Вот такой вот островок. Великолепный просто. Мы на самой верхотуре. У нас палаточка. Там наша лодочка стоит. Тут такая бухточка небольшая. Очень приятный островок. Еще мы, правда, здесь не написано, что это телега-бричка. Код выпуска 1914. А это телега образца 1915 года. Так, слушай, ну молодцы. Вон какой-то тут автомобиль ГАЗ-полуторка. Год выпуска 32. При переправе дивизии Кильпала в августе была подорвана на плоту и затоплена возле острова Киурусари. Подняты и выставлены как исторический экспонат на площадке база воронов «Форпост». Пролежала под водой 73 года. Это, оказывается, все из-под воды достали. Внимание! На территории злые сторожевые собаки. Написано еще нам. Это Вороново поселок. И остров как-то называется. Сари что-то такое. Да, Мати-Сари. Угу. Так. Вот там сразу тоже вот этот вот остров еще один идет. Патто-Сари. Патто-Сари. Такой красивый-красивый остров. Вот здесь прудик. Мы так
как защитились от ветра, а пошел дождь. Хотя ветер восточный, но вот все равно дождь пошел. Вот такая земля. Мокрая сейчас мох. Вот здесь такие буруны. Там нерпа была темненькая такая и вкратенько. Вот. Сейчас я покажу эту бухту. Вот тут опять разлом такой. Вот тут две бухты. Вон тоже еще лодка. Поэтому вся камера трясется. Сюда, наверняка. В сторону, да? Да.
Да, 39 вал пришел. О, е! Полоса. Сейчас на острове Паттасари мы нашли полезную приблуду вот такую. Угу. Ее можно использовать для ковыряния и долбления, а также для жарения различных вещей над костром. Пойманных всяких рыбешек и так далее. Вот это вот остров с полуостровом дополнительным. Там вот полуостров, и там есть желтый мох. Сюда приплывают иногда тюлени. Вот сюда, в эту бухточку. Вот. Бухточка. Остров очень красивый и наполнен разными впечатлениями. Можно посмотреть шум прибоя, вот там сходить полюбоваться. Угу. Посмотреть шум прибоя, да. Посмотреть прибой и шум прибоя. Ну и, конечно, полюбоваться цветом камушков, вот таких вот. Обратите внимание, зелененькие такие камушки, зелененькие. Вот. Угу. Пушистые камушки. Вода. Каневецкий монастырь, верхний храм на острове Каневец.
Нижний храм красивый, но его, наверное, нельзя фотографировать. А вот мы нижний, так верхний засняли. Что это такое? Какой-то... А, ну там вот. Какие-то странные вот эти штуки. Сцепления. Такой гвоздь какой-то. Вот это что? Ножницы. Пила. И гвозди вот еще такие. Вот такая странная. Войти в трапезную. Yeah.